А кому не спится в ночь глухую? Добрый вечер, добрый вечер. Мы опять за станком помогаем людям. А куда деваться? Людям надо помогать. Всего 1000 рублей, и ваша машина заводится. Так что следующая машинка у нас. А время уже позднее. Ну что, куда деваться? Куда деваться? Номера я не снимаю, так что не переживайте. О, вся замороженная машина не заводится. Вот такой Лансер. Ну все. На этом вот как-то так. Сегодня работа у нас. Мороз крепчал, и танки наши быстрые. Скоро возьмем Киев. Вот, и доллар у нас будет 25 рублей. А сейчас мы запускаем следующую машину. Пробуем ее заводить. Поставили аккумулятор. Так. Ну давай. Что ж такое? Свечи опять залило. Так, ну вот все, завели. Блин, холодновато на улице. А что клапан стучит? Давление есть, давление? Обожди, выключи. Клапан стучал у тебя? Или забился? Я тебе говорю, пятерка это масло, подожди немножко. Не стоило пятерку заливать. 30 градусов все равно. Не, это... Здесь же гидриков же нет, гидриков нет, это же 8-клапанный. А давление пропадает сразу? Давление на приборной панели, а? Ну сейчас вот включи зажигание. Лампа не заводи. Лампочка горит, давление масла. Клапан у нее стучит, как будто не прокачивает. А? Давление горит у нее, посмотри. Я просто держу пушку. Горит? Вот смотри, как быстро, пусть заводит, быстро это погаснет. Давай. А, все, прокачалось. Стоп. Давление быстро гаснет. Потухло сразу. Давай, выключи. Клапан не прокачивается. Ну вот, заводится, короче говоря. Вот так, ребята, вот. С автозапуском это все вот. Масло пятерку. Нельзя пятерку заливать. Только нулевку. Пятерка, кто бы вам не советовал, значит, пятерка только до 20 градусов. Понятно, там написано до 40, да? Фигня это все, развод. Потом движки надо делать. Давай, пробуй. Пока выключи. Ладно, ну такая фигня нездоровая, короче. Ну все, завели, прогрели. Так, ну все, завели. Вот, клапан подстукивал из-за масла. Всем говорю, вот движки убитые к 100 тысячам. А убитые, сейчас покажу почему. Потому что завод-изготовитель, блядь, вот, рекомендует заливать. И тут написано до минус 40. На самом деле, оно до минус 20. Так, 505, видите? Спецификация отличная, но оно до минус 20. И все, хотите убить двигатель, вот если на улице стоит машина, заливайте пятерку, и все, и мотористы будут хлопать в ладошки. 50 тысяч отдай, все, за капиталку плюс запчасти. Вот так вот. Вот, всем удачи. Вот это дерьмо.